Добрый день. Наставник ВФК ЦСКА после матча. Да, Виктор Михайлович, что вы можете по игре сказать? Чем-то напоминает нашу игру с Тулой, когда мы возобновили весеннюю часть предыдущего чемпионата, как то же самое с нашей стороны, очень плохая игра и заслуженное поражение. Сегодня то же самое. То есть мы выиграли по делу, потому что в атаке ничего не создали, в защите смотрелись очень плохо. Вопросы есть? Виктор Вася, защитник, он... Знаете, я думаю, что тут о частности какие-то говорить. Еще раз, многое выпало, поэтому комментировать там Вася или кого-то другого, или что-то еще, наверное, не стоит. То есть мы проиграли по делу. Крылья удивили чем-то вас? И исправить надо. Спасибо.